Белые банты, море цветов, приятные волнения родителей, учеников и педагогов. Таким встретили 1 сентября в Сергиево-Посадской школе номер 22. Традиционная торжественная линейка, посвященная Дню знаний, началась здесь со звуков гимна и поднятия флагов. Выступление учеников школы сделали официальное мероприятие теплым и эмоциональным. Школьные годы чудесные, с дружбой, с книгой, с песнею, как они быстро летят, их не воротишь назад. Поздравляю вас с праздником и началом нового учебного года. Особые поздравления тем, для кого этот праздник проходит впервые, нашим первоклассникам. Они сегодня герои дня. Для них впервые звенит школьный звонок. У них начинается новая, прекрасная и интересная школьная жизнь. Школьная жизнь в большой, дружной семье. Дружная семья 22-й школы и впрямь не маленькая. В новом учебном году за парты в ней сядут 446 человек. Здесь открыты 18 классов. В школе есть чем гордиться. 54 выпускника 2021 года стали студентами вузов и колледжей. 27 ребят закончили прошлый учебный год с отличием. 184 ученика на 4,5. Это те, кем гордится школа сегодня. За отличные успехи в 2021 году учащимся были вручены похвальные листы. Учебное заведение с полувековой историей Сергиево-Посадская школа номер 22 вошла в региональную программу «Капитальный ремонт школы 2020», который был завершен к 1 сентября этого года. Проведено благоустройство территории вокруг школы, построены 3 спортивных объекта. Что особо отметил присутствующий на мероприятии депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков. Московская областная дума действительно старается много сделать и по округу, и пытается сделать так, чтобы все школы были в хорошем состоянии. И вот здесь у вас появляются спортивные объекты, 3 новых спортивных объекта, мини-стадион, воркаут-площадка, спортивная площадка, еще одна дополнительная. Но я думаю, что уже быстро-быстро ее сейчас доделают, черновые работы все закончены, осталось совсем маленькое время, и все будет готово, и вы сможете заниматься физкультурой на открытом воздухе. Здорово, что в вашей школе это уже появилось. Я от всего сердца поздравляю вас с таким прекрасным днем, праздником. Только вперед, ну и, как говорится, чтобы у вас этот год удался. Появившиеся в этом образовательном учреждении новые спортивные объекты станут еще больше мотивировать мальчишек и девчонок к занятиям физкультурой. А то, что ученики школы номер 22 любят спорт, уверенно продемонстрировали выступившие на линейке юные участники секции карате. Школа на Кировке традиционно показывает высокий результат в учебе, спортивных состязаниях, занятиях художественной самодеятельностью. И это неудивительно. Выступление сводного хора учителей продемонстрировало высокий уровень таланта и преемственность поколений. Напутствие и вручение подарков главным героям дня, первоклассникам, стали кульминацией праздника. Слова напутствия примите, малыши, ведь перед вами двери школьные открылись. Давным-давно такими были мы и также в первый раз учились. Традиционно прозвучавший на линейке первый звонок стал сигналом к началу нового учебного года. И пусть он будет для всех успешным и счастливым.
Елена Георгиева, Ярослав Акимцев. День города.